Постоянно увеличивается количество китайских студентов, причем как на первой ступени, так и на второй в магистратуре и в аспирантуре. А это очень важно, потому что это может быть основой для развития контактов в научной сфере. Рабочий визит, мы только открываем вот этот центр, который сегодня вы увидите, для продолжения уже начатого. То есть мы теперь говорим о том, что ежегодно будет приезжать группа специалистов из Китая для изучения русского языка. Я очень рад, что в Гродненском университете имени Янки Купалы открылась такая база стажировки. Это хороший способ для дальнейшего развития сотрудничества и дружбы не только между руководителями двух стран, но и их жителями. Теперь мы можем чаще посещать друг друга, знакомиться с литературой, традициями, историей. Это хороший способ, чтобы расширять контакты между простыми людьми. Хотим оставить маленькие сувениры для всех.